Впервые в истории Сурхандаринского областного многопрофильного медицинского центра совместно с квалифицированными специалистами Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика Вахидова была проведена сложнейшая хирургическая операция по трансплантации почки. Все детали у Юлии Радимцевой. То, что некогда казалось невозможным, сегодня стало абсолютной реальностью. Кардинальные реформы в системе здравоохранения, развитие сотрудничества с ведущими зарубежными медицинскими клиниками, учеными, обмен знаниями и опытом планомерно ведут к прогрессу в сфере. Ярким примером преобразования служит и проведение уникальных хирургических операций, чрезвычайно трудных и сложных. Так, впечатляющие результаты достигнуты в области трансплантации почек. Если раньше помощь в этом направлении можно было получить исключительно за границей, сегодня такая операция доступна в любом регионе страны. 31-летний Джуманазар Мухамадиев из Алтынсайского района Сурхандаринской области уже несколько лет страдает хронической почечной недостаточностью. У него отказали обе почки. Заболевание крайне тяжелое и может привести к необратимым последствиям. Для семьи со средним уровнем достатка дорогостоящее лечение за рубежом было большим испытанием. Что говорить? Новость о том, что отныне проведение операции по пересадке почек стало доступным и в родном регионе, в многопрофильном медицинском центре Сурхандаринской области, была встречена с особой радостью. Кстати, донором Джуманазара стала его супруга, 26-летняя Зилола Худжанова. Вот уже 4 года, как у меня выявили почечную недостаточность. Я проходила разного рода лечение, но ситуация продолжала ухудшаться. Уже думали поехать за границу, но финансовое положение не позволяло этого. А теперь нам даже не надо ехать в столицу для того, чтобы сделать операцию. Теперь это возможно прямо у нас, в Сурхандарии. У нас 2 детей, одному 5 лет, другому 2 годика. Это тяжелый диагноз, справиться с которым для нас было очень сложно. Мой супруг получал гемодиализ, однако почки все равно отказали. Чтобы не потерять мужа и отца, я согласилась стать донором. После всех необходимых обследований пациента и донора сложнейшая операция по трансплантации почки была осуществлена. Весьма успешно. Чувствую себя хорошо, будто заново родился. Большое спасибо врачам и жене. Она была моим донором. Она мой герой. Безгранично благодарен. Операция прошла хорошо, даже лучше, чем мы ожидали. За нами следят и заботятся врачи. Все условия здесь очень хорошие. Я счастлива. Эту радость сложно передать словами. Мы ни о чем не жалеем. Теперь за судьбу нашего героя можно не переживать. Он в надежных руках отечественных специалистов.